Сезон 2021-2022 начался успешно для школьников города Мозыря, которые в Гомеле на областном этапе Школяды продемонстрировали отменную подготовку, показали высокий класс и результаты, позволяющие с успехом выступать на подобных состязаниях республиканского ранга. 29 сентября в городе Гомеле состоялись областные соревнования по легкой атлетике, которые среди детей и подростков, которые называются Школяда. Мы отобрали лучших детей из города Мозыря. Они сдали определенные нормативы, и состав команды 10 человек представлял наш район на этих соревнованиях. Наша команда выступила достойно, мы заняли 3-е место, и теперь думаем, что несколько человек с нашей команды отберутся на соревнования республиканские, которые будут проходить 21 октября в городе Минске. Вся команда достойна самых добрых слов, но с ней мы познакомимся в свое время. Пока же отметим лучших, а именно гимназистку Анастасию Карпенко, представительницу Творищевки Веронику ЦАП и учащихся 16-й школы Валерию Ковалевич, Андрея Третьякова и Алину Лещеню. Я выступала в программах 500 метров, 60 метров, прыжок в песок и метание. Мне понравилось больше метание и бег 500 метров. Я занимаюсь легкой атлетикой, мне это очень нравится. Еще думаю, что буду заниматься бассейном. И, конечно же, в следующих соревнованиях я буду защищать честь своей школы. Выразим надежду, что наша команда успешно выступит и на республиканских состязаниях в составе сборной Гомельской области. И добавим, что вместе с Александром Шкоркиным Ольга Парфентьева представляла сборную Мозырского района, которая, скажем об этом еще раз, завоевала 3-е общекомандное место.